деревне Папушево завершилась реконструкция очистных сооружений, которые обеспечивают водоотведением более 10 тысяч человек, жителей поселка Горки-10 и близлежащих населенных пунктов. Общая производительность объекта – 7 тысяч кубометров в сутки. Он обслуживает 35 многоквартирных домов и 8 социальных объектов, в том числе 2 школы, 2 детских сада, а также прилегающий частный сектор.